Hey, всем привет, друзья, с вами Баш и FTL. FTL, да. В общем, мы снова играем в Доту. Ты за кого будешь? Смотри, я всегда мечтал за Dead Profeta поиграть, ни разу в жизни не играл. Скорее всего, я буду днище за него. Ну, давай, попробуй, слушай. Ты можешь в лес пойти, и никто тебе мешать не будет там. За нее в лес пойти? Подожди. Она не ходит в лес, ты что? Подожди, я думал, это Натурс Профета, который Фурион. Да. Я за эту... Призрак. Боже, что у нее с руками? У нее руки как грабли. Я за Лину хочу. За Луну. За Луну? Ага. Так, а ты играл когда-нибудь за это, за Призрака Ночи? Призрак Ночи моей мечты. Это, подожди, это который у тебя, что ли? Да. Я, знаешь, какая у нее четкость? У тебя третья пассивка улучшает твои спылы вообще все, которые у тебя есть. Угу. А первая... В общем, тебе надо качать первую и третью, один раз вторую. Вторая — это сало, чтобы, ну, магов там... Да-да-да, я видел. Вот, а первая — просто дамаг. Если первую качать с этим, с третьей, то там КД уменьшается и затраты маны на первого скилл. Но первый, он дальний очень, очень хорошо. Ну, он хорошо, да, классный. Так, я еще почему-то набрать. У него ульта дикая. Да, тоже зло проносит. Классно. Черт, у них, посмотри, ликантроп в лесу будет. Ой, дыхай. Нравится. Так, ты с Пуджом будешь развлекаться. С большим, вонючим... мужиком. Да. Я себе нубский затар сделал, так что не важно. Так что подписчики, не повторяйте за мной, так только Госубаш может затаряться. Так, что у нас тут есть руна какая-нибудь? О! Иллюзии. Сейчас мы подождем, но пока наши клипы подойдут, я пока что... Блин, нет, я хотел сделать звук погромче игры. А, потом сел. Воу! Летучие мыши? Подожди, а ты говорил, что у тебя плазма, то есть сколько у тебя дюймов монитор? Ой, я даже не в курсе, по-моему, как с ним можно сидеть? Ты как... Я не знаю. О, боже. Он огромный. Да, я уже знаю, представил себе 49... Охренеть. Зато видно все. У меня даже 20 нет, по-моему. У меня еще один монитор стоит справа. Ну. Знаешь, как дополнительный. Блин, лишрак козел вообще. Там пуч стоит фармится, он ко мне именно пристает. Что за? Ты смотри, и стан в меня. Обалдеть. А, он, наверное, пуджа вообще не за человека не считает. Слушай, я этого дурака тут троллю так хорошо. Так, пошел. Вали от него, козел. Так, не трогай меня, урод. Унизили пуджа нашего. Че, он сдох уже? Да, и я тут тоже помираю. Ты смотри, они дерзкие какие. Ну-ка, сейчас гляну. Ой, это у вас сайленсер, да? Да, или лишрак. Лишрак хороший, кстати, персонаж. Если качали грамотно, там вообще супер будет. Ну, по сути, все сильные, надо просто играть уметь. Урать. Играть. Урать играть. Давай урать играть. Так, черт возьми, почему у меня так тихо тут? Поить не могу. Вроде бы нормально стоит. Пуч, хватит отдаваться. О, так нормально. Ну, буду, по крайней мере, на это надеяться. Если что, опять я свое видео не залью. Так, подходи ко мне. Подожди. А в прошлом видео ты не залил, ты сказал, что у тебя что-то не записалось в первой части, да? Да, у меня 15 минут первых не было. Бред какой-то. Вот так вот. Блин, он меня там что, херяет? Подожди. Страшно, я со звуком делаю дела. Хватит ко мне лезть, Тинкер. А, у тебя Тинкер, тебе не повезло, у него это самонаводящийся. Да, он вообще такой тролль. Ужасный тролль. Он еще по лайнам ходит туда-сюда за колбочкой. Так, он че, СС? Ну да, я говорю, пошел колбу набирать свою. Да я смотрю, его нету. А, нет, вернулся. Да что ты будешь делать? Че ж у нее раньше-то такой маленький? Прям вплотную надо подходить. Пуч, у тебя третий есть? Давай возьми третий, затяни кого-нибудь. Будь про. Да блин. Станет. Надо сайленс отмотать. А, блин, сволочь. Обошел нас. Как так-то? Мы даже не заметили. Ай, не трогай меня.
подлый гад. Получай моими духами. Второй скилл у него или какой это, который летят? Да, второй. Они же летят, там расстояние хер знает какое. Еще и больно лупит. Пипец, всю ману высосало, вот падла. Нам вообще, конечно, не везет здесь. Катастрофа на лайне. А у них нас тима странная вообще. Ну, у нас странная какая-то. Блин, кстати, если сейчас Зевс летит... А у них, по-моему, Зевс есть, да? Нет, у них нет Зевса. Ай, я убью тебя. Как я не попал? Блядь, я не попал! Два раза! Охренеть вообще! Я-то думал, что я уже на гору-то залез на эту. Представляешь, так бы я, наверное, убил бы, но... В всяком случае, какой-то шанс был бы. Пипец, три моба, четвертая минута. Ахахау. Слушай, тогда получается, что я завтра... Ты же завтра будешь выкладывать это видео? А, да. Завтра у меня на канале, получается, будет аж три видео. Это Dota с Фомкой, Dota с тобой и Ультра Хардкор. Это же хорошо. Ну, не знаю, просмотров вообще не будет, я думаю. Да я в день добавляю по два, по три, когда как. Ну, я раньше тоже до пяти видео было. Отвали от меня, козел. Пуч, спасай, не надо, не надо. Скотина, чё же... А, у него фейзы, ну, конечно, на что я надеюсь, они этого заберут. Пипец. Так, у меня опять СС. Пипец. Ладно, хотя бы в лейте они будут ничтожены. Кто тут ходит? Лишрак? Ой, этот. Рыба мой, вас лордар. Да они вдвоем пришли. Или они к нам идут помогать, только пешком? Я не знаю, может сюда, ко мне. Да, ко мне развлекаться пришли. Слардар дерево сожрал и все, и ушел. Да блин, это херь его больно лупит. Подлый ты гад, получай! Скотина. Не трогай моего друга. Чё-то я вообще кашу, это удар за ударом. Там забирают наши, а я здесь просто фармлюсь. Просто фарм. Пуч танчить решил. Наверное, надо было Пуджуми-то дать. Да он и не пошел туда, он типа мигал, если бы он захотел. Ну? А он, видишь, сам-нибудь боится на мид-найт идти. Получай. Уродец. Так, Кура мне сейчас мой ботинок принесет, и я буду неубиваем, неуловим мастер. Ха. Не нравится тебе, да, это не нравится? Очень Пуч, нет. Тяни его. Ай, блин, башня. Полез меня, башня просто. Как я четко застилил. Like a boss просто. А мне чуть не особо за луну понравилась игра. Не, она сильная. Она сильная, но она скучная. Особенно с Венгой, когда ходят вместе. У них еще и бары есть, о боже. Мне это вообще не нравится. Прикинь, он прям... ультанул, и пока летел, я не знаю, как это случилось, он, короче, перелетел мой первый скилл. Ультой. Okay. Он его перелетел, она полетела, и он протонулся, прям когда он должен был его ударить. Свалил, в общем-то. Ай, блин, сайленсер. Ой, да здесь вообще много. А, блин, жжется. Братья, не отвалите от нас. Мы не настолько крутые. Чё, мне нравится за эту бабу играть. Тебе просто противно. Тебе надо было на лайн тоже идти, на самом деле. Да ее раскачать просто надо. Да, да. Да тут всех надо раскачать. Охереть, он лупит. Прям пол хп сносит. Одним скиллом. Как же мне нравится стилить первым скиллом. Мне это не нравится, но мне это нравится. Мне все нормально. Так, иди сюда. Иди сюда, бро. Да!
Теперь бежим, теперь бежим, теперь бежим. То есть какая-то скотина прибежит сюда? Так, да, бар что-то читаем. Вообще нету нигде. Так что это может быть опасно. Так, а вообще, чем мне собирать? Этот Bloodstone советует. Да, да, Bloodstone. Вот там побарочка. О боже, забирают нас. Уходим. Уходим. Сваливаем. Сволочь. Офигеть, у нее ульта жарит. Я думал, она только вплотную фигачит. Да нет, там большой радиус. Да я... 450. Сам офигел. Я думал, я всегда за него, когда играл в этом, в обычном Варкрафте, всегда думал, что он только вплотную. А почему ты его Варкрафт называешь? Ну потому что Дота первая, это карта для Варкрафта третьего. Ну я помню, я совсем мелкий был, заходил как раз в первый Дот, так-то я в нее не играл. Это было лет 10 назад. Серьезно уже. Не помню. Но я помню, что там тоже лес такой был. Такое, ладно. Не буду ничего говорить по этому поводу, потому что вообще ничего не помню. Ну и правильно. О, рыба моего пришла. Рыба моей мечты. Слардар. Такое название вкусное, Слардар. Прям, не знаю, как икра какая-то. А, скотина, мисс просто повесил мне. Последний скилл, last hit ему не дал. Падла, просто. А за прокаста не заберут. А наши все что-то куда-то ушли. Что-то надо опять в режим задротов ходить, потому что рано ложусь спать. Рано хочу спать. Ой, черт, побери, да не трогай меня. Черт тебя дери, скотина. Получай, ублюдок. Лучше башню вас снесем, потому что у меня все равно есть эти девочки мои. Беги, 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 беги. Слардар, рыба моего. Они же меня еще и лечат, да? У нас... Да, они потом, когда у тебя ульта кончается, они в тебя едут. А много лечат хоть? Ну, тебя выхилят. Отлично. Этого хватит. Девочки мои, давайте. Недалеко только улетайте. Я вообще ультанул от испуга. А, нет, с моих хреново они меня вылечили. Хреново? Подружка. Ну, значит, еще от третьего скилла и от ульты зависит. Я в это не уверен. Мне же одного тыка хватит, я умру. Че, вообще что ли не вылечили? Тут немного, 300 хп. Пойду полечусь, может там этот тинкер? А, нет. Спирит. Мимо, бич. Мимо? Да он встанет здесь, хрен значит. О, Кура, купи мне как раз... А, хотя ладно, я сам себе куплю. Надо посмотреть, может. Вау, слушай, есть. А я быстрый. Быстрый? Так еще бы свои займет. О, моя рунка, я так и знал, что она здесь сидит. Вот это я люблю, конечно. А что за руна? Регенка. Я тут всегда, когда бегу, на реген надеюсь. Когда надо, а когда не надо, вон всегда. Какого не, радиусом ее, конечно, стоит. Обделили. 330, это вообще же ничего. Что 330? Радиус атаки, дальность. Ну да. У нас 2 СС опять. Да вон они, 2 каких-то наверху, у меня тоже СС, смотри. Тинкер. Да уже 12 минут, уже писать нет смысла. Ну, я и не писал до этого. Тоже. Охренеть нас дрючит, 11-4. Да мы вытянем. Да вытянем, конечно. С проблем. Да мы же мастера. Конечно, мастера. Мы же отцы. Ты, кстати, как идешь? Я иду как днище, 2-2. Да, это же 2-2. А мы с тобой вдвоем только убийство делаем. У нас пуч 0-4, Слардар 0-2. И этот 0-1. Да отвали ты от меня. Хочется... Давай, посмотри, пуч 0-4 вообще. Я и сказал уже, да. Я слышал просто. Ты днище, он вообще. Хотя здесь всех застелил, но это не важно. Я обязан был. Так, ребята, шли вон отсюда. Стой. Тут козел вообще больно бьет. Собрал себе фейзы. Считай себя козел. Я ему сейчас прям так и напишу. Так, вот и еще на одно колечко мне хватит. Так, что у нас? А, инвиз, бляха-муха.
Он мне не нравится, бро, мне страшно. Черт. Он инвиз взял прямо возле меня, я не знаю, он видел меня, не видел меня. Хотя вряд ли он меня мог увидеть. Может, к вам на помощь прийти? Да у нас здесь и так трое. Справимся, наверное. Трое. Трое, хорошо. Должны. Так, что-то я залагал. Лагивай. А, все, отлагал. Ага. А, хорошо. Так, еще и фрапс переначал на всякий случай. Так, пойду-ка. Ой, я башню несу. Че, рыжий, что ли? А за кого вы сегодня с Ромкой играли? Я за Барантрома был, он за... еще за кого-то. Ай, нет, пожалуйста, не трогай меня. Спасай меня, придурочный. А, кто-то бежит на меня. Господи, спасайте. А, все, он испугался сам. 39 хп, просто понт вообще. Это я еще ТПТ на силы включил. Давай, рыба, мой во моей мечты, мы сейчас ее заберем. Ну, не убегай. Ты ж танк, черт побери. Вы где, наверху? Черт тебя дери. Какого хрена ты лагаешь? Так, Бара побежал на вас, или на кого, на желтого, на кого-то? На тебя. А! Я желтый, блядь! Беги отсюда. А, мне надо бы этот купить. Вон тут окна Мити, видишь, бежит. Он очень медленный. Он как раз на тебя бежит, а ты его по воде бежите. Вон там ДДшка, он сейчас по пути возьмет, наверное. Не возьмет. Черт возьми, взял! Беги, родная, беги. Блин, что ты за мной гонишься? Мне надо хотя бы шарик купить. Уже будет не так страшно умирать хотя бы. Да ладно уж, пусть так. Так и будет. Да отстань от меня, ты скотина! Отстань от меня, скотина, пожалуйста! А, все, мне дахана. Ну, убил я его зато. Заткнись, Тинкер, мне тут пиукает. Нет, козел, отстань. Тяни его, тяни пуч. А, конечно, да, затянет он. Че, пуч у нас гамас? Пуч у нас ванамас. Ванамас. Да иди ты со своими станами отсюда. А, ну мне молнии жахнул. Ну, не важно, все равно неприятно. Что ж нас так шугает эти два. А у него молнии, петушка, кстати, сильные. Да, не спорю. 265. И еще прыгают. Причем они всем бьют. Сколько там, по 8 человекам. Да. Ну я хоть шарик успел купить. Не так страшно было умирать. Да отстань. Есть? Ты, господи, кнопки, что ж ты такой? Вы их раскачали вообще? Назойливый. Не стыдно вам? Да козел назойливый. Каков раскачивает? Как я ему напихал? Затроллил, как ты говоришь. Кто тут прилетел? О, рыба моего, давай стан кидай, мы их сейчас всех заберем. Так, Луна, Луна, я спасу тебя. Луна, я рядом, Луна, мы смотри, мы вместе, банда, мы силы. Можем. О, на меня Бара бежит, ребят. Пусть бежит, мы ему сейчас устроим неждан. Давай. Получай, скотин. Ау! Пора уже делать этот неждан ваш. О, я ему достан дал. О боже, ну твою мать! Ты... Сюда. Еп. Печально. Bro. Надо мне форстав собрать, и будет вообще прям лайка про. Дай к нам лети. Так, не бей меня, башня, вообще охренело, что ли. Давай, догоним. Ну ладно, пускай. Та твою мать, косая старушка. Я еще на один шарик накопил. А что вы там тыкаете? По пуджу тыкаете? Я не тыкаю. Это оранжевый тыкает. Пудж сам по себе тыкает, дурак. Инвиз. Шел бы ты отсюда. Петушок. Да, сейчас он меня так зашелкает.
А что ты туда полез-то наверх к ним? Потому что вышку они несут. Что, просто так вышку, что ли, давать? Сейчас становишься этот козел ракетами. Он так и так ракетами ёбнет. Ой, а он раскачанный у нас. Пипец, просто пипец. Useless team. Отключение от сервера, черт возьми. Чего у тебя там происходит? Да. Херь одна. Не пойму, интернет всегда есть, а в доте... Сайленсер, кстати, тоже офнулся. Слышь, что говорю? Интернет есть всегда, а в доте иногда пропадает. Не пойму, почему. Вообще какой-то бред. Да. Просто сейчас выкинет. Ты не нажимай паузу, я не знаю. Вдруг... А, тут уже поставили. А, ну отлично. Там и Сало вместе с тобой. Ну вот, интернет у меня есть. Смотри, кто-то восстановил. Слардар. Ну ты вернешься, да? Ну конечно. Ну он у меня есть. Сейчас не знаю, может опять выкинет. Не любит меня Дота. Серьезно. Так, вроде должно сейчас зайти. Давай поговорим о вечном. В чем смысл жизни, мы уже говорили. О чем еще можно говорить? Я не знаю. Следующим президентом России. Следующим президентом России? Путин? Путин? Третий раз? А, ну да, да. А он уже и так третий раз. Уже третий раз? Да. Значит, четвертый был? Да. Хотя нет, вроде не будет. Сейчас он последний раз 6 лет, а потом больше вообще не будет. А у вас 6 лет, да? Ну да, да-да-да. Черт возьми. Давай, заходи. Не подставляй меня. Какой-то умник резюм поставил. Так что... Да ладно, играйте. Блин, играйте. Тебя кто-то ведет. Ты куда не ведет? Надо? Надо меня вести. Назад я тебе на базу поеду. О, ты реконнектнулся. Отлично. Все отлично. I'm loving it. Пара-па-па-па. Ой, посмотри, их тут прям... Тусовка питерская дохликов. Дохликов? Эти дохлики еще у нас. А сейчас мы ультанем по ним. И они не будут ожидать. Прям, знаешь, такой неждан. Давайте под мой неждан, ребят. Нет, не уйдешь, скотина. Да, твою налево. Я думал, сайленс на него как-то подействует. Вообще, хоть бы что. А, он ТП делал? ТП на сало не сбивает, конечно. Стан сбивает. Ну да. Ну все, они все разбежались. 4 раза поубивали мне. Ой, у меня счет написано 16-0 мы идем. То есть мы проигрываем 16-0. У меня 16-11. Что-то невероятное происходит. Куда рыба моего наша? Ой, ой, налево, давай. Ой, вообще как-то метко. Потрясно. Хватайте его, ребятки. Можешь меня ультануть, а? Поможешь, думаешь? Вот уж не знаю. Давай. Ой, ой, как хорошо. Зря, рано я дал свою плюшку, надо было добивать. Вот жадный какой, а? Посмотри на него. Ай, прям по всем. Мы ж без маны останемся. Ой, бегите, ой, бегите, ой, бегите. А, тут псина эта дикая. А когда он юзает БКБ, моя ульта его убьет вообще или нет? Когда кто юзает БКБ? Ну, псина. Да кто угодно. А, нет, не бьет, вроде бы. Я не знаю, у тебя какой урон, физический или магический? Физический. Физический, значит, бьет. Отлично. Значит, я единственный, кто его могу нормально убить. Не помню, тебя Аганим собирается на ульту? Не, Аганим мне не нужен. Хотя? Нет, я уже посмотрел. Хотя в пене этот форстаф лучше себе соберу. ШД. ШБ. Я ж почти блудстоун собрал. Сейчас буду вообще тут нарезать. Но он же сам по себе такой нулевый арт, он бесполезный, надо душу в него вкладывать. Можешь мне два блудстоуна собрать? Не-не-не, ты че? А так, для понтов. Пропирую там два блудстоуна, нормально. Они не стакаются, по-моему.
Ну что, давайте, идите, убейте Разера, он там один совсем, никто не трогает. Все боятся. Ну что ж ты мигаешь, сходил бы да проверил. Ай, как залагнуло. А, они все здесь сидят, но я тебе не завидую. Я самому посвалить. Я им башню пока буду сносить. Давайте, ультяки мои. Бейте башню. Бейте башню, девочки мои, мои маленькие сучки, давайте. Боже. Зачем ты это сделал? Думаешь, она тебя спасет? Она спасет твою башню? Я так не думаю. Да ну, с жопу бежать к вам туда еще. Так вот. Like a boss. Просто. И на ШД сразу деньги появились. Чуть-чуть осталось накопить на него. Ой. Ой, ты там один опять, блин, печальность. Да нормально все, нормально. А, ну да, у тебя фейзы. О, давай, ты вызови. А, ну блин, не знаю. Вот сейчас КД у тебя будет, фейзы юзай, иди догоняй. Mm-hmm. А, нет, все, не догоняй, он тебя убьет. Там нет, не трогай, нет. Все, пора валить, Да, да. Пойду через розового. А, ты розовый? Я розовый. Точнее, нет, зачем мне валить? Я пойду куплю себе шарик. Шарик? Шарик, да. Ну, как раз будут стон соберу. Mm-hmm. Так, сейчас синенький шарик. Так, ребята, вам помочь? Я хорошая ведьма-труп. Я всем помогаю. Yes. Так, вот бы реген тут был, а? Не, как обычно. Я так надеялся. Да, хотя я быстро регенюсь. Так. Ну да, 11. Там моих, пьют? Там он бара, переход. Разборка питерская. Получай, морда. О, не бери реген, твою мать. Ну ладно, я тебя его сбил. Все равно, ладно. А, пуч, молодчинка. Так, ну все, можно и на базу. Я уже так этого сайленса пугаюсь, его всемогущего сайленса. Получайте, давайте, мои сучки, бейте этих маленьких уродов, давайте. Давайте, мои хорошие. Блин, меня сейчас убьют, черт тебя дери, Тинкер. А, спаси меня, пуч. О, четко, молодец. Молодчинка вообще. Прям спас. А теперь ему надо сваливать, потому что он никого из не убьет. Пускай заюзнет на тебя урну. Юзни на нее урну, чувак. Ну или на них юзы уже урны, они все полудохнули. Черт. Отойди, нет, отойди нет. Отсюда. О боже, тебя сейчас с одного удара. Нет, о боже, вы живете, жили вы. Я вытащил, более-менее. Вы были живы. Хуч, хук, а у него маны нет, на хук нет. Ну, да, у него миссы одни. Ай, надо было убегать ему. Он же это лазер на него сделал. Да. Полудохлый, 44 хп. Убежал. Тараску? Ну, если это собирать Тараску. Вот уж не знаю. Лучше этот, курицу собери. Курицу? Хекс. Ой, лаги какие. Ну, я лучше Шиву буду собирать. Как я обманул Барантрум, он думал, я ушел. Я его обманул. Хо-хо. Хо-хо-хо. Я Ах ты ж Разер, всех моих мобов съел. Я Росомаха. Блин, мне так нравится, как она быстро бегает. Ой, а мне нет головы. У меня всегда нет головы, вот именно на моем значке. Нет, я с вами там драться не хочу, мне так не нравится. Не подвисай, пожалуйста. Это все, что можешь, бро? Он что, способен? Юмед, бро, ой, юмед. Мне надо бежать. Пуш, давай, танк. Ты у нас самый классный танк в мире. Давай, пуш. Ой, тут есть собачки его. Давай стан ему. Угу, конечно. А, фак. Почему меня? А, не меня. Я тебя спасаю, бро. Давайте, сучки мои, затащим. Сучки, молодцы, сучки. Ой, вы мои хорошие девочки. Да, мы с тобой разультовались. А-а-а. Наказали дурачков.
Давайте, мои хорошие, бейте эту башенку. Вот, вышку они хорошо проносят, конечно. Угу. И не я добил. Ой, да вообще. Проще пареного рэпа. Откат, правда, долгий, 100 секунд. Ой, юзают же эту какашку свою. Ну почему нет? Все равно мы пронесем им, нет. Они уже никуда от этого не деться. Нет, чувак, отстань от меня. О, нет, 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 нет. О, ой, беги, ой, беги, ой, беги. Сзади тебя собаки, я их убью. Беги, 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 беги. А, чуть-чуть не хватило, тут сайленсер сраный пришел. Все, мне испоганил. А, я бегу, я бегу. Ой, он на меня прицелился. Или же нет, или же да. Или же нет, или же да. Или же нет, или же да. Сучки, давайте, откатывайтесь, сучки. Сучки, сучки, молодцы, девочки, давайте вперед. Пьюзнул вообще. И разор всех убил. Мастер ульты, блин. Беги давай скорее уже, пошли башню нести. Да, там вот одну, один барак донести надо. Меня тут печально забрали. Лёша. Лёша Рачок. Лёша Рачок. Ты только, ты вроде только что из ульту. А, ну у тебя когда маленькая. Секунд всего. Они разломали нам топ. Из-за этого я им топчу. А нет, там путь ждет. Ох ты, сколько у меня денег. 3500 набил. Нормально. Накопил. Ну, кура, давай, неси мне. Так. Так, все, теперь можно Тараску собирать. Давай мы тебя ускорим. Отлично. Вот так гляньте. Ну, мне так эти сучки нравятся. Они круто бьют. Так бесспорно. Маг наносит. 45. Нормально. О! Стабильно. Хист. Ну что, может быть... О, у тебя этот есть, маска. Может, мы зафармим этого? Кого? Рошана? Ну, давай попробуем. Может, на него летануть? Так. Нет, нет, это не будет иметь смысла. Думаешь? Конечно. У него... Не всегда. А, это же физически. Не знаю, я не пробовал. Давай забьем вдвоем. Сейчас я это... петуха возьму. Петушок. Оу! Там тинкер внизу, я пошел его убил, но ладно, давай сначала Рошана попробуем. Давай. Я ультану, посмотрю, как раз проверим. Да, смотри, идут бить. Да, вроде бы бьют. Тебе надо? А нет, нет, ты возьмешь. У тебя шива уже есть, фига ты там. Угу. Да я вообще буржуй. Да. Смотри, он даже к нам не подошел. Угу. Разобрали его. Надо этого буржуя тоже убить. Пошли. А он дохлый вообще. Да, я знаю. Все, я ему еще сайленс повешу, он вообще будет никакой щи. Так, сучки, не пропадайте, пожалуйста, сучки. Да, ну вас нафиг. Так, где? Ушел куда-то. Тинкен дринкен. In the лес. Как название какого-то немецкого пива. Джангл. Спрятался, типа. А, где ж пиздец, я иду к тебе, я иду к тебе. А, смотри, нормально. Вообще без проблем. Пошли, мне принесем. Пойдем. Да, легкая игра получилась довольно-таки. Спокойная такая. Хм. Псой, у меня мана вообще не уходит. Ну ты что ты хочешь? 16 душ. You miss, bro. Ой, я ухожу в инвиз, пока никто не видит. Ай-яй-яй-яй-яй. 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 Я в это дерьмо попал. Я сдохну. А у меня еще есть это. Шняшка.
Да пипец они нарезают. Зря я, надо было уходить. Фиг с тобой. Я забыл, что у тебя есть это дерьмо. Нужно было бросать тебя. Юзай Шиву и уходи. Шиву, Юзай, 4, 4, 4. Ты куда бежишь? Что, вы думаете, думаете я дно? О боже. Я думал, у меня больше хп. Ладно, ладно, я хотел погеройствовать. Думал, да, я так и понял. Мои сучки затянут, успеют. А тут такое дело. Ладно. Подожди, а чё так быстро рискнулся? Какого хрена ты так быстро резнулся? Может, ты выкупился, не? Нет. Чё ты читер? Серьезно, я так не играю. Я умер раньше тебя, никак не резнусь. Охренеть. Реально читер. Может, такая это способность у этого? Да, ну не бывает такого. Аегиса. После того, как... Ну, не знаю. Звучит как бред. Макс, на самом деле. Может, я просто такой сильный, что разработчики Доты решили меня обрадовать? Ликантром там башер собрал или что? Собрал. Молодцом, парниша. Взял портал, выкину. Сейчас пойду подпервить. Может, нам собраться и низом пронести? Да и мы только что там были. Там мы были, но мы ничего не сделали. Ой, ну не надо, ну... Да, не уйдешь. Но. Да, я сейчас снесу башню. Как нехер делать вообще? Ну, ты со своими слугами, конечно. Но. Так, крипы, не мешайте тут. А, блять, я залагал, черт, побери. Ну, башню ты снес, по крайней мере. Да я не только башню снес, я их еще и поубивал неплохо. Сейчас они меня еще и полечат. Конечно, полечат, уже летят с тобой. О, как много, ты посмотри вообще. Охереть. А ты говорил, мало лечит, мало лечит. А тогда мало было. Конечно, отмазывайся. Неплохо мы тут так повеселились. Тинкин-дринкин. Вот. Реген маны 29, вообще супер. Да не иди ты ко мне, ну не надо, ну не ходи, ладно? Бро. Бро, а давай его сюда вымой. Да ладно, что здесь сидеть, сейчас моб пойдут, я с ними. У меня уже ульта откатилась, кстати. Я говорю, у тебя быстрый откат. Стоит юзать? Не, не стоит. Так, сейчас я фразу переначну. Зачем? Да, он меня подтупивает иногда. Это так, знаешь, чтобы наверняка не было никаких лагов. А, ну ладно. Пипец бара носится, вообще хрен догонишь. Не знаю, я там бью кого-то. Да, бью, смотри. Давайте, хиляйте меня, мои девочки. У Разера атаки-то нет, а вышки добивает. Поросенок. Ты не уйдешь, бро.
Да вообще, слушай, как мне фиг делать с вынести. Да, 36 легкая, минут. Легкая игра получилась. Ой! 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 Да уж, 12-5, кстати, неплохо. А дякуй. У меня чуть похуже. Ну, я на миде раскачивался, поэтому... 0-8, Слардар, вообще никого не убил за игру. Печальный человек. Он заслуживает шмотки, вытешительный приз. Но хоть ульту кидал. А у меня не будет шмотки, у меня штраф. А, да и не только тебе, всей команде. Ну ничего, а, ну что, тогда прощаемся. Спасибо за просмотр. Да. Всем пока. Кому понравилось, ставьте лайк. На моем канале сможете увидеть ссылку внизу в описании на Баша. То же самое от его лица, а на его, я думаю, что и на меня будет. Конечно. Всем удачи, пока. Счастливо.